Всем привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал. Вчера я забежала в парфюмерное дело в универмаге на втором этаже. Вот мои покупочки: Test Lauder Modern Muse, Dolce Gabbana Parfum Intense, Eccentric Molecule 2 в концентрации арабское ароматное масло, пудрочка от Chanel вот такая крошечная. В общем, забежала я продуктивно достаточно. Сейчас занимаюсь тем, что тестирую эти ароматы. И вообще у меня много-много-много ароматных новинок. Это говорит моя бывшая однокурсница Наталья Бушкина. Она же по радио Наталья Владимирова. Натаха, привет, если ты смотришь мой канал. На Европе Плюс или где там она работает. То есть во всех рекламах я ее слышу. Значит, я нашла вот здесь вот две молекулки. Это масла. И мы их решили проверить. Проверили мы их тут втроем. Значит, сегодня вот двушечка выдает резиновые цветы, а единичка, ну что-то неописуемо красивое, но тоже разное. В общем, на разных руках по-разному. Это заслуживает внимания вашего однозначно. Вообще неизвестный парфюм в городе, его, по-моему, нельзя нигде купить. Вот только в виде арабских масел вы можете приобрести это вот в этом отделе. Это универмаг, второй этаж. Это новиночка от Vivienne Sabo, бюджетный набор для бровей. Девочки, пишите, у кого уже такое продается. Что еще есть интересно? Раритетная Vivienne Sabo. Стоит 3 копейки. Такой типа винтаж. Тон 42. Свочить не будем. Перламутровая розочка и по краям румяна. По грустному и грязному Ангарскому приехали в деловые линии. Вот я выгружаюсь. И я иду получать посылочку. Вот они, деловые линии. Ну что, пойдем посмотрим. Говорят, там должны выпадать из каких-то ячеек что-то. Ну вот сейчас мы посмотрим, как тут из каких ячеек что выпадает. Так, это посылка, которая пришла ко мне в Ангарск. Вот надпись. Это деловые линии. Доставкой занимались. Сейчас мы распечатываем. И нужно успеть побыстрее. И, как вы видите, посылочка немножко пострадавшая все-таки. We'll be right back.
streets. You're on the city beat. You're really looking slick. I think your shoes are sick.